Коронавирусные протесты можно условно разделить на два вида. Первый – против политики властей, не способных остановить пандемию и уберечь народ от убытков. Второй – против каких-либо мер по борьбе с коронавирусом вообще. В Варшаве демонстрировали вчера антиковидовцы. В Варшаве протестовали антиковидовцы. Они либо не верят в существование коронавируса, либо считают методы борьбы с ним каким-то заговором. Сотни людей протестовали в Эдинбурге против обязательного ношения масок и ограничений, связанных с локдауном. Австралийская полиция произвела 74 ареста и выписала 176 штрафов во второй день протестов. Премьер-министр осудил их участников за глупость и эгоизм. Новости о подобных митингах против масок, запретов и ограничений регулярно появляются в медиа разных стран. Но все же протесты другого типа, экономического, случаются чаще. Всеобщая забастовка учителей в стране басков. Они требуют, чтобы местные власти выделяли школам больше средств. Полиция Дурбана разогнала слезоточивым газом протест музыкантов. Они перекрыли шоссе, требуя, чтобы власти разрешили им работать и зарабатывать на жизнь. Гостиничный и ресторанный бизнес протестуют по всей Испании, требуют финансовой помощи, которая помогла бы ему выжить. Если рестораторы просят денег из-за нехватки работы, то медики по всему миру жалуются на ее избыток. Пациентов во время пандемии особенно много, а финансирование не растет. Врачи и медсестры собрались в центре Брюсселя. Требуют повысить финансирование здравоохранения в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Мадридские медики протестуют на входах в больницы. Требуют улучшения условий работы и повышения зарплат. Так или иначе, пандемия COVID-19 финансово затронула каждого. Поэтому о подобных протестах медиа рассказывают с сочувствием. В отличие от другого типа митингов против локдауна, их чаще осуждают или высмеивают.